Эти мешки с солью общим весом более 7 тонн пополнят 20-тонный запас, который сейчас находится на складе ДЭО на случай первого снега и последующего гололеда. Еще 220 тонн запасли на складе ГСТК за городом. Их будут подвозить по мере необходимости, но попозже. Хватит на всю зиму, говорят коммунальщики. У нас есть и галит, так называемая соль, да, которую сыпят на дороге, и отсев. Поэтому по большому счету предприятие к снегу готово. Значит, отсев у нас на данный момент 2000 тонн находится прямо на подразделении. Около 6000 тонн у нас, ну, поставщик готов предоставить в течение 2-3 дней. Полностью готова к зиме и снегоуборочная техника. В ГСТК 4 комбинированных машины на базе КАМАЗа. При необходимости на нее всего за полчаса устанавливаются специальные бункеры, в которые будут засыпаться отсев или соль. После машина готова выезжать на улицы города. Кстати, в этом году автопарк подразделения пополнили 6 подметательно-уборочных машин. С покупкой помогло областное правительство. Данная техника просто новее, более совершенная. Есть, ну, некоторые технические доработки по разбрасыванию самого реагента, например, больше площадь разбрасывания, отвалы шире, то есть проезжую часть шире, то есть с одним разом, то есть убирает намного больше площади. А пока на улицах Благовещенска в цене ручной труд. Специалисты ГСТК прочищают и закрывают на зиму колодцы ливневых канализаций. Сейчас эта работа выполнена примерно на 60%. Очищать ливневки начали 2 недели назад, а не в сентябре, как это было всегда. Причина тому – постоянные дожди. Да ничего страшного, мы сейчас усилились, в принципе. Думаю, что недели за 2-3 закончим. Вот считайте, сегодня мы планируем закрыть где-то улицы 3-4. 4 улицы точно закроем. Закрывать ливневки в областном центре будут до середины ноября. Весной с наступлением тепла в городе начнется обратный процесс. Антон Филимонов, Алена Лепкалова, Денис Лугов. Программа «Город».